Здравствуйте, друзья и гости. Основное преимущество сувида состоит в том, что при низкой температуре готовки сохраняется вся питательная ценность продуктов и сохраняются естественные соки. Приготовим куриную грудку в мультиварке по технологии сувид. Нам потребуется куриная грудка, 30 мл соевого соуса и специи прованские травы. Кладем специи в соевый соус и маринуем грудку. Я оставила ее на ночь в холодильник. Помещаем грудку в пакет и запечатываем с помощью вакууматора. В мультиварку наливаем 2,5 литра воды и кладем пакет с грудкой. Устанавливаем программу «Мультиповар» 2,5 часа, температуру 65 градусов. Достаем грудку из пакета и нарезаем. Очень вкусная и полезная грудка получилась. Приятного аппетита!